Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Nokia C20 сделать запись экрана. В первую очередь переходим в панель быстрого доступа. Стянешь, у нас здесь в панели быстрого доступа как-то мало кнопочек. Нажимаем на карандашик, чтобы ее редактировать. Находим здесь запись экрана. Перетягиваем ее в панель быстрого доступа. Добавляем ее сюда. Затем, чтобы начать запись, тыкаем по данной кнопочке. Давайте не будем начинать, давайте посмотрим, может, у нас еще какие-то настройки записи экрана. Удержим на ней палец. Нету никаких настроек. Можем здесь выбрать запись аудио, можем записывать микрофон, можем записывать звук с устройства, можем записывать и то, и другое. Также можем показывать прикосновение к экрану. И чтобы начать запись, нажимаем «Начать». И вот спустя таймер запись начинается. Давайте позаписываем наш экран вот немножко. И затем, чтобы остановить запись, идем сюда, нажимаем здесь на данное оповещение, и запись будет сохранена после этого в галерею, в папку Movies, и вот она, наша запись. Что-то без звука, конечно. Давайте еще раз. Короче, я не знаю, как включить звук на записи. Как видите, запись вот она с касаниями, все такое. Это та самая запись. И отсюда мы можем нашей записью поделиться, ее можем редактировать или же удалить. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!